Запад ведет себя непоследовательно и разочаровывающе для меня. Потому что, первое, давайте начнем с финансов. Но если вы вводите санкции, то эти санкции должны как минимум работать. И эта фашистская недострана под названием Россия должна была быть давно уже 1000 раз задушена финансовыми санкциями. Сегодняшнему Западу не хватает силы и энергии, харизмы, может быть, Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер, которые повели крестовый поход против коммунизма. Они были убежденными антикоммунистами и антисоветчиками, которые просто взяли и сказали этой стране, Советскому Союзу: ну что, вы там хотите с нами потягаться, с нашей рыночной экономикой? Ну давайте. Обрушили цены на нефть и взвинтили гонку вооружений.